Привет всем, с вами Иван Сыромятников, и сегодня у меня экспресс-обзор педали Nux Steel Singer Drive, серия Reissue. Это педаль овердрайва с довольно искристыми, на мой взгляд, верхами. Интересная педалька, я подключил свой LB Strat, и вот как он звучит с выключенной педалью. Включаем педальку. Довольно жестко нажимается кнопочка, как и положено. Сейчас на своем фат-страте я использую четвертое положение звукоснимателей, нековые и middle синглы. И если я переключусь на бриджевый хамбакер, на педали есть три регулятора, регулятор-фильтр. Регулятор громкости. И регулятор гейна. Максимум гейна. Гейн на середине. И гейн на минимум. Это был мой экспресс-обзор педали Nux Steel Singer Overdrive. Педаль нормальная, дает приятный аналоговый саунд. Ну а как она звучит, я думаю, вы уже сами оценили. С вами был Иван, пока!